Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi Pajero Evo 99 года выпуска. Двигатель 1.8. Автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 230 тысяч километров. На этом автомобиле заменю передние и нижние рычаги. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса и смотрим, как нам открутить рычаги. Рычаги взяли корейские CTR в сборе. Поднял автомобиль, снял колеса. Вот хочу показать, как ходят шаровые. И со второй стороны точно так же. Откручиваем стойку стабилизатора. Я их тоже поставлю новые. Откручиваем шаровую опору. Здесь снизу идет спереди реактивная тяга траверса. Две гайки открутим. И болт через сайлентблок, который у нас идет, тоже открутим. И все. Отбиваем шаровую, и рычаг у нас будет снят. Крутим. Перед этим сейчас резьбы немножко щеткой почищу и забрызгаю ВД-шкой. Ну и также забрызгиваю со второй стороны тоже. И откручиваю. Головка на 14.
хорошо болты сквозные, даже если оборвется, можно заменить. За 20 лет не откручивались. Почти 20 лет. 19. Так, все. Ну, теперь надо, чтобы у нас стойки стабилизатора открутились. Берем шестигранник. Беру ее, обрезаю. Стойки все равно у нас под замену, новые. Выбиваем болт. Болт чистый. Ни коррозии, ни смазки. И отбиваю шаровую опору. Вот и все. Пыльник в хлам, шаровая в хлам. Снимаю этот кончик. Для такого дела у меня есть гайка кол, чтобы даже болгаркой не резать. Головка на 17 уже не оденется, одеваю на 18. Зажимаю сзади палец прямо через пыльник его такими зажимными. Вот и все. А там то ли коррозия забита, шестигранник, что не пошел. Но это уже не важно. Берем новый рычаг. Фирма CTR, как я и говорил, CQM22R. Следовательно,
И у левого будет окончание буква L. Вот такой вот рычаг. Смазываем резьбу на шаровой опоре. И смазываем болт. Смазывать буду медной смазкой. Ставлю сайлентблок. Наживляю шаровую. И вставляю болт до конца. Так, эти болты подтяну, но затягивать не буду. Машина высокая, позволяет подлезть и подтянуть их уже на опущенной. Затягиваю шаровую опору. На новой шаровой гайка тоже на 19. Палец прокручивается, подожму гидростойкой. Гайка капроновым кольцом. Теперь смазываю болты и реактивную тягу наживляю. Пыльник привода внутреннего разорванный, притом разорванный, видать, давно. Оттуда грязь бежит болотного цвета. Вот такая вот вещь. Вырваны.
Наживляю второй болт. Так, наживил. И наживляю стойку стабилизатора. Стойка тоже фирмы CTR, CLM1. Она что левая, что правая одинаковая. В комплекте идет две гайки. Смазываю резьбу. Здесь уже хорошо, здесь сзади под ключ. Ну что, наживил. Эти мы затягиваем места, это затянем, когда опустим. Протягиваю. Все, эту сторону я затянул. Идем, меняем со второй стороны, также меняем рычаг, также меняем стойку стабилизатора. Одеваем колеса, опускаем и затягиваем цилиндблоки. Ну, как здесь снимать, я уже показывать не буду. Заменю, покажу результат. Стойка стабилизатора, как я и говорил, точно такая же, CLM1. Она также в комплекте две гайки идет. Рычаг CQM22L. Левая сторона. Все, берем, ставим. Рычаг я заменил. Стойку стабилизатора заменил. Здесь все затянул, здесь подтянул, но не затягивал. Ставлю колесо, опускаю автомобиль и подлажу, затягиваю эти гайки. Ну, как уже подлезу, не покажу, потому что будет снизу неудобно показывать. На этом все. Замену передних рычагов и стоек стабилизатора я закончил. Всего вам доброго.